квартира без сквозняков, шуба из натурального меха и полный деликатесами холодильник – вот могут стать пределами мечтания этого имени. Окружение обладателей этого имени вынуждено постоянно ободрять их и побуждать к действию, поощрять их усилия и подчеркивать их значимость. Привыкли добиваться своего, поэтому обладают исключительным терпением и способны надолго затаиться перед решающим рывком. Также считается, что букве А в этом имени свойственно стремление всегда быть во всем первым. Буква Ш в имени наделяет людей скромностью, граничащей с ранимостью. Буква К в этом имени обозначает страсть к выбранному роду деятельности. Букве А свойственна сила и лидерство для этого имени. Наиболее яркие положительные черты характера относятся к тем людям с этим именем, кто родился между 20 июня и 27 июля, период, именуемый Домом Луны. Звук Л дает людям любовь ко всему красивому, они верны в любви и способны вызвать к себе расположение. Люди с этим именем редко бывают физически сильны и выносливы, в отличие от людей, у которых нумерологическая цифра 1. В любви эти люди непостоянны и предпочитают часто менять партнеров, чтобы не потерять собственную свободу. Для таких личностей целью в жизни становится борьба за справедливость и благополучие. Основная буква А в этом имени хорошо сочетается с другими звуками и не создает сложности в произношении, поэтому у владельца не составит труда найти много друзей. Просто иногда им лень найти новых друзей, так как они уверены, что по первому щелчку могут собрать большую компанию. Согласная Ш в имени делает человека хладнокровным. В экстремальной ситуации он не поддается панике, сохраняет ясность мысли. Человеку с буквой К в имени всегда присуща загадочность. Он может тайно иметь хобби и не желать, чтобы об этом знали, и наделен способностью хранить чужие секреты. Обожает путешествовать, предпочитая при этом поездки на автомобиле, так как их успокаивает шелест шин. Звук У дает человеку активное воображение. Стремление к материальному достатку подстегивает, побуждает к действию. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.